случае всегда главное разумно подходить. Покупать приборы надо, потому что это очень хорошо для маленьких детей. Это 300 раз уже убеждались, какое количество сейчас людей, детей маленьких с ацетоном. Потому что питание, наверное, не очень хорошее, раз. Во-вторых, просто рождаются дети уже не от очень здоровых мам и пап. И даже вот мы, если многие же сейчас люди, которые входят в эти системы, они стараются вести здоровый образ жизни, ну, в принципе, стараемся, да? Что-то такое вредное не есть, не пить, но тем не менее, когда разбираешь фрукты, где выращены овощи, где выражены культуры, мясо и все остальное, все с гормонами, с антибиотиками и так далее, но ничего не есть мы не можем, сами выращивать мы не будем, поэтому нужны моменты, которые будут нивелировать какие-то отрицательные моменты нашего здорового образа жизни. Поэтому я считаю, что прибор это просто как находка вообще для всей семьи. Особенно, когда уезжаешь, чем хороши вот именно эти приборы у нас сейчас, что у нас предыдущие были, программировались от компьютера, нужен компьютер, нужен программатор, и вот эта вся байда за собой тянется. И плюс ко всему, запрограммировать можно большое количество комплексов, которые просто остаются здесь и включают каждый себе. Мужчина, мужской, женщина, женский, детский, общий. Поехал куда-то в другую страну или в другое место, где может какой-то понос золотуха начаться, то в любом случае можешь сразу остро что-то включить, разработанную программу компании, и, пожалуйста, выздоравливай. Поэтому спасибо Smart Life, спасибо приборам и разработчикам.